Здравствуйте, мои дорогие. Скоро Новый год. Нужно делать подарки. Подарки я люблю делать функциональные вещи, а не просто так какую-то ерунду. Поэтому буду делать досочки с жидким акрилом. Кто как называет, флюид-арт. Жидкий акрил, собственно говоря, разницы особой нет. Вот, сначала я вам покажу досочки, которые у меня уже готовы. Ну, те, кто смотрят мои видео, они их видели. Те, кто не смотрят, вот тут у меня кит в банке. Вот это вот с оленем. Единственное, что лак у меня был только глянцевый. И мне очень не нравится, как они блестят. Сейчас я купила матовый лак. Попробуем матовым лаком. Для начала надо... чтобы не протекло, на всякий случай. Сейчас мы это дело все обмотаем. Так, разводим белую красочку. И мне нужна для будущего рисунка бронза. И бирюзовая такая, приглушенная. Так. Капаем в силикончику. Кот, ну не сиди под ногами. Наступлю, будет больно. Ну и так немножко я так не хочу, чтобы было много. Не забываем размешивать. Так, и тоже в этот цвет силикончику добавим. Ну что, как говорят, с Богом. Так. Мне нужно, чтобы было светлое пятно, на котором я потом рисовать буду. Поэтому вот меня вот это устраивает. Сейчас попробуем сделать.
Ну вот, собственно, меня это вполне устраивает. Пусть оно сохнет, потом я вам покажу. Так, а следующую досочку мы попробуем сделать прут для золотых рыбок. Но прут непростой. А попробуем залить в круговую. Так, вот лучше, конечно, из бумажных стаканчиков это. Ладно, сейчас наливаем по чуть-чуть вот так вот с одного краешка. Краски мне тут надо немного совсем, поэтому хватит. Я уже силикон добавила в краску. Сейчас. Свет у меня тут на кухне плохой. Так, я боюсь, конечно, что смешается у меня зелень эта. Ну ладно, посмотрим. Да, смешалась вся краска в один цвет практически. Мы сделаем по-другому. Мало чем отличается. Так, смыла я. Не получилось. Сейчас попробуем. Добавим белый. Я, наверное, высоко, да, не видно вам. Свет у меня тут плохой. Посмотрим, что теперь получится.
Что, отправляем высыхать все это дело. Потом посмотрим, что получится. Ну что, мои дорогие, прошло 2 дня. Я нарисовала рыбок. Люблю я очень золотых рыбок. Вот. И покрыла одним слоем лака. Вот хочу сказать, что написано, что матовый лак. Но он вообще не матовый. Так. Теперь вторая. Вот вторая мне нравится гораздо больше. Вот я нарисовала тут рассвет такой у меня получился в бежевых тонах с темным, с приглушенным таким каким-то бирюзовым. Вот это вот. Сейчас вот я вам покажу поближе. Вот. Ну, вот такая получилась досочка. Тоже хотела лаком покрыть. Показать, но в доме не хочется мне разводить запах этот. А на улице холодно, и ветер очень сильный. Так. Ну вот, а третья у меня просто круг и птички, и перышки. Ну вот, честно говоря, мне прям хочется просверлить дырку в серединке, вставить часовой механизм со стрелочками, чтобы это были часы кухонные. Но не знаю пока. Посмотрю. Вот. Вот такие досочки у меня получились. Ну, напоследок я вам покажу картину, которую я наконец-то доделала. Вот. Но это такие фантазии на тему обитателей морского дна. Сейчас я. Вот. Очень люблю китов. Китов, рыбок, птичек. Вот. Довольно-таки большая. Долго она у меня творилась. Но, наконец-то, я ее доделала. И вот что хочу вам сказать. Когда делаешь не на камеру, видите, получается прям какая красота. Разводы всякие. Полосочки, красотень всякая. Но как только начинаешь на камеру, почему-то не получается так интересно. Вот. Ну, тоже вот лак глянцевый, прям все блестит, как не знаю что. Ну ладно, это я для себя делала. Мне нравится. Повешу и буду на нее любоваться. Вот. А вы, мои дорогие, дерзайте, творите, и у вас все получится. Пока-пока, мои дорогие.